Друзья, а пока мы готовим новую серию этого сериала, предлагаем вам вспомнить, что же было в первых сериях. Сборник «Иду к своей мечте». Привет, меня зовут Пинк Китти. Я обычная девочка, которая смотрела видео на ютубе, и теперь я тоже решила поиграть в Adopt Me. Моя мечта – это розовый котенок, и я буду идти к своей мечте. Сегодня я только родилась. У меня сейчас всего $120. Давайте посмотрим, что же у меня в инвентаре. Питомцев? Нет. Одежда для питомцев? Есть. Какие-то 3 вещи. Коляска есть 1. Бутерброд, чтобы я не умерла с голоду. Кстати, я его съем. Вкусненький. Все, бутерброда у меня уже нет. Машины нет. Игрушек нет. И подарков совсем-совсем нет. Однако, я смотрела видео, и поэтому я знаю, что я смогу сделать бесплатно. Это образ! Я себе сделала вот такой розовый хвостик, прикольный ободочек, вот такое личико, и футболку со штанишками, и розовые волосы. Теперь хотя бы я не похожа на нубика. Хотя, если кто-то придет ко мне в гости, смотрите, что он увидит. Бесплатный диван, коробки, детскую кроватку, вот такую кроватку для меня, душ и туалет. И все это самое-самое дешевое. Поэтому мне нужно будет учиться зарабатывать деньги, чтобы купить новый дом, поставить в него красивую мебель и обзавестись кучей питомцев. Кстати, с питомцев мы и начнем. Как я помню, самый простой способ заработать деньги – это ухаживать за питомцем. Кстати, мне дали $25. Ура, я чуть-чуть разбогатела. Вот эта волшебная стрелка меня куда-то направляет. Ого, сколько здесь людей! Все как прям по-настоящему. Заходим. Теперь стрелка направляет меня туда. Собачка что-то говорит. И она мне подарила яичко. Буду за ним ухаживать и зарабатывать денежки. Спасибо, собачка. Яичко, у меня для тебя, кстати, есть колясочка. Ой, оно хочет есть. А я съела бутерброд. Где же взять еду? Что делать, что делать? Помогите, где взять еду? Яйцо с голоду умрет. Ой, у меня же есть $165. В магазин срочно за едой. Надо выбрать самую дешевую, чтобы копить деньги, а не тратить их. Посмотрим. $2. Но это кока-кола, она пока не нужна. Пирог $3. Это тоже. Кофе $2. Мясо $3. Арбузик $2. Вода $1. Купили 5 штучек. Пойдем дальше. Яблоко $1. Срочно надо покупать. Тоже купила 5 штучек. И теперь накормлю яичко. Кушай, мое маленькое. Теперь оно хочет спать. Надо срочно бежать домой. Ух ты, дверь. Загляну в нее. Закрыто. Ну ладно, бежим дальше. Вон там, в кемпинге вроде можно поспать. Вот, палаточка как раз для тебя. Пока ты спишь, и я посплю. Ой, денежки пришли. Значит, пора брать яйца. А это бесплатно? Наберу штучки 3. Кстати, я тоже голодная, съем. О, яичко снова хочет кушать. Накормлю как раз его зефиркой.
Ой, она поджарилась. Ура, у меня первый питомец! Кошечка! Жаль, что не розовая, но все равно очень круто. Я думала, что сразу же в первый день моя мечта исполнится. Ну, увы, ну и ладно. О, котенок захотел мыться и есть. Покормить я могу прямо сейчас. Кушай. Эта зефирка тоже поджарилась. Ух ты, котик захотел купаться. Бежим скорей. Столько людей было. Кстати, я знаю способ. Можно попросить, и тебе что-нибудь подарят. Вот, начало действовать. Вот так я буду прокачивать своих питомцев, и у меня будут идти денежки. Дали 12 баксов! А где же можно котенка помыть? Вроде бы в школе. Заходим, и тут его помыть нельзя. Уходим. Ух ты, тут еще и за время дают по 20 долларов. Классно! Теперь у меня 212. Может, здесь можно помыть? Эх, нельзя. Посмотрим здесь. О, бассейн, иди мойся. Эх, не работает. Что-то я здесь не вижу, Ван. А вот и еда для питомцев. Ну стоит целых 5 долларов. Не, я пока не готова столько тратить. О, кушать хочет. Дам ему яблочко. Кстати, я вспомнила. В школе бесплатные яблоки есть. И у меня прокачался котенок. Пей. Наберу яблок. Все, теперь еды надолго хватит. Пойду я туда, к девочкам попрошу. Вдруг что-нибудь дадут. Всем привет. Я Пинк Китти. Подарите коробочку. А может кто-то подарить питомца? Эх, сегодня мне что-то не везет. А может надо потанцевать? Постой, котенок. Подарите Пэта. Кажется, мне сейчас что-то подарят. Вроде сейчас подарят зайчика. Ой, отменили. Жаль. Ладно, пойду котенка положу спать. Ложись спать. Как проснешься, я тебя покормлю и помою. Иди мыться. И кушай. Так, следующие планы. Мне нужно заработать и купить какой-нибудь транспорт, чтобы не бегать. Также мне нужно хотя бы несколько игрушек. И еще нужны питомцы, потому что когда я его прокачаю, моего котенка, прокачивать больше не получится. И я не смогу заработать денег. Не пропусти мои приключения. Подпишись и поставь лайк. Пока-пока. Для того, чтобы прийти к моей мечте, мне нужно достигнуть много маленьких целей. Сегодня мои цели – получить торговую лицензию, купить коробочку с питомцем «Бык» и заработать 500 долларов. А для этого мне нужно будет стать мамой. Ну, понарошку, игра такая. Ой, а почему у меня синий домик? Перекрашу. Выберу цвет. Нежно-розовый. Надеюсь, такой цвет приблизит меня к моей мечте. Пойду делать торговую лицензию. Говорят, что ее получить очень просто. Ой, скейтборд валяется. Посмотрю, ничей? Эй, чей скейтборд? Ничей. Тогда я возьму себе.
все, что валяется, можно подобрать. А вот и лицензионный отдел. Заходим. Бежим к той девочке, которая машет рукой. Надо с ней поговорить. Привет, гражданин, добро пожаловать в Центр безопасности. Рядом со мной находится книга истории обменов. Ей целая 1000 лет. Книга работает на магии и записывает все твои обмены за последние 30 дней. Не забывай жаловаться на мошенничество. Ой, совсем забыла. Удачного дня и не забывай, что наши агенты есть везде, и они всегда за всеми наблюдают. Как здорово! Возьму-ка себе книгу. Ой, пока не работает. Ведьма, мне надо сюда. Эй, агента Джейк, пустишь? Здравствуй, гражданин, добро пожаловать в Центр безопасности. За этой дверью находится экзамен на торговую лицензию. Ничего страшного, если не получится пройти его с первого раза. Его можно пересдавать неограниченное количество раз. Главное, запомни, никогда не доверяй неизвестным тебе людям. Проще репы пареной. Стоп, разве эта поговорка не пишется по-другому? Ой, совсем забыл. Удачного дня и не забывай, что наши агенты всегда за всеми следят. Наговорил кучу всего. Пойду внутрь. А вот и первое испытание. Вы хотите начать экзамен? Вы сможете пересдать его в любое время в случае неудачи. Да, я хочу. Зацени глюк, если при обмене единорога ты нажмешь принять дважды, то ты получишь робаксы из-за бага. Сколько робаксов? 200, у меня и все сработало, нужно просто нажать принять дважды. Хорошо, ты что, балбеска, так делать нельзя. Я так никогда бы не сделала. Не хочешь обменять своего ледяного дракона на моего теневого? Конечно, ой, здесь все честно. Какая я молодец, легко прохожу испытания. Можешь оставить собачку себе, она у меня лишняя. Хорошо. По-моему, все честно. Ура, я заработала торговую лицензию. Надо забрать, пока кто-нибудь не стащил. Ой, зачем-то агент Лили меня зовет. Тебе чего? Так, я вижу, что у тебя есть торговая лицензия. Ее можно использовать для просмотра истории обмана в любом месте, в любое время. А книга истории обмена показывает все недавние сделки. Используй ее, если ты хочешь изучить сделку или пожаловаться на обман. Ой, совсем забыла, удачного дня. И не забывай, что наши агенты всегда за всеми следят. Вы это мне уже сказали 3 раза. Я это точно уже не забуду. Спасибо за лицензию. Кстати, лицензия мне даст возможность обменивать крутых питомцев. Достаю своего котенка, чтобы начать зарабатывать деньги. А еще пойду кричать, что я хочу стать мамой. Просто, если я буду ухаживать за своим питомцем, за своим ребенком и за питомцем ребенка, то я буду получать в 3 раза больше денег. Ищу дочку или сына, пиши я. Кричала целый день, но никто так и не подошел. Моя кошечка даже захотела есть, спать и пить. Покормлю. Попою. Ну, не песню буду петь, а напою питомца. О, а теперь можно снова звать. Ищу дочку или сына, пиши я. И ко мне попросилось аж 2 дочки. Одну добавила. Вторую добавила, взяла их на руки. Теперь я пойду ее кормить, поить и делать все. Ты тоже будешь моей дочкой? Ну хорошо, взяла ее на руки. Она пишет, то, что я мама. Надо их накормить. Одно яблоко. Другое яблоко. Надо всем мыться. Побегу домой. Она написала Дашпета, а я написала то, что у меня нету. У меня всего 1. Котенок захотел пить. Пей и догоняй нас. Так, одну мыться.
Ой, ей не надо. Другую мыться. Вот она грязная. И кошка иди мыться, тоже грязная. Достаньте все питомцев, буду ухаживать. Ой, какая у меня большая семья. Мама, я хочу кушать, надо накормить. Кушай, последний бутерброд. Ой-ой-ой-ой, у меня совсем продуктов нету. Надо в магазин. Все за мной в магазин. Они все так все хотят, а у меня ничего нет. Скорее, скорее, за продуктами. Они же с голоду могут умереть. Срочно, срочно купить продуктов, хот-догов, штучек 5. Водички, штучек 10. Пирог куплю, 3 штучки. Арбузиков куплю, 3 штучки тоже. Так, что тут у нас еще есть? Шоколадное молоко, 3 стаканчика. Сыр. Сыр куплю, тоже 3 штучки. Фух, теперь должно хватить. Срочно всех кормлю. Что бы ему дать? О, хот-дог. Хочу в душ, я грязная, говорит. Идемте скорей. Все, бегу. Мыть срочно, а то они даже пахнут. Мы с яйцом хотим спать и мыться, сказала моя дочь. Уже бегу. Боже, как же сложно быть мамой. Они еще и учиться хотят. Ладно, в школу сначала. Там халявных яблок наберу. О, процесс учебы пошел. Покормить собачку, кошку, яйцо. Нам в другой класс дочка пишет. Какой? Спросила я. Для людей. Ладно. Ничего не понятно. Как я устала долго бегать. Мне нужно в следующий раз добыть себе транспорт. О, а вот и кемпинг рядом. Ура, кемпинг работает. Положу пока всех спать. Как я сегодня устала, тоже надо поспать. Вот сюда. Питомчики, вставайте. Ой, кажется, все заболели. Мама, мне плохо очень. Сейчас, сейчас, уже бегу вылечивать вас. Фух. Всех вылечу. Ура, уже почти $500. И я за коробочкой. А я покупаю коробку. Интересно, какой же питомец мне выпадет? Вау, круто, рарный! Вау, круто, редкий бык! Ну что ж, все цели сегодняшние я выполнила! Можно не только зарабатывая деньги, но и экономя их. И сегодня я как раз буду стараться это делать. Например, я захожу в школу и отправляю котенка кушать. И заметьте, я только что не потратила ни одного доллара. Ни на воду, ни на еду. А еще мой котенок болеет, его срочно нужно полечить. Заходим в больницу. И берем бесплатное яблоко. Кормим котенка. И он выздоравливает. Наберем еще несколько яблок, чтобы они у нас были. Все, если даже он заболеет, то в больницу возвращаться не надо будет. Кстати, чтобы у меня все получилось, подпишись на канал и поставь лайк за 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Успел, помог.
Следующая – экономия. Смотрите, сколько стоит хот-дог в магазине. И видим, что хот-дог стоит 2 доллара. И ведь на этом можно сэкономить. А как, я сейчас расскажу. Идем в центр города. И здесь начинаем кричать. Куплю хот-доги по 1 доллару. Ой, ребята, что произошло? Мне дали зайчика. Реально, смотрите, у меня питомчик редкий. Спасибо большое за зайца. Но я хочу купить хот-доги, поэтому продолжаю кричать. Куплю хот-доги по 1 доллару. Много. Ура, одна девочка поставила лимонадики по 1 доллару. Закуплюсь. Ой, почему-то покупается всего несколько стаканчиков. Ну ничего, нужно немножко подождать и опять буду покупать. Вот, прошло немного времени, и я опять смогла купить немного лимонадов. 3 штучки. Ну, идея понятна. Можно покупать по 1 доллару хот-доги и лимонады. Таким образом, немножко экономить. А мне экономить очень важно, потому что я иду к своей мечте. А сейчас мы идем ко второму этапу экономии. Можно зайти в чей-нибудь дом и найти бесплатную еду. Например, сюда. Пройдемся. И тут есть пицца. 1, 2, 3, 4. Ой, видимо, я что-то сделала не так. Сервер завис. Смотрите, видите, он буксует. Пойду на другой. Вот я зашла в домик, и тут касса и пончики. Это идея. Беру пончик, покрываю его шоколадом и убираю в инвентарь. Повторим 5 раз. Повторили, теперь заплатим. 1 доллар. Спасибо за пончики. Вот видите, я только что купила 5 пончиков за 1 доллар. Пойдемте дальше что-нибудь поищем. Я зашла в чужой домик. Тук-тук. Тишина и никого нет. Пойду пошарюсь по домику. Заберемся наверх. Ой, здесь ванна и туалет. Здесь спальня. Пойдем сюда. Здесь тоже спальненька. Зайдем сюда. Странно, кухня есть, а продуктов нет. Опа, а вот и водичка. Наберем. Ну как, крутая экономия? Я только что набрала кучу воды и не потратила ни одного доллара. Я бы, кстати, заплатила тоже денежку, но тут кассы нету. А ничего, если я вашей спальней воспользуюсь? У меня просто котенок хочет спать. Я вернулась домой. Помою котенка. И теперь здесь надо сделать небольшой ремонтик. Выкинем коробки. Окна. Еще коробку. Очистили все от окон. Теперь можно поменять обои. Я выбираю вот эти обои за 30 долларов. Симпатично смотрится. Принять. И теперь новый этап экономии. Сделаем вот здесь уголок питомца. Постелим коврик. Поменяем цвет на нежно-розовый. И теперь внимание! За 130 долларов покупаем вот эту штучку. Это кормушка и поилка для питомца вместе. Поменяю цвет тоже на нежно-розовый. И теперь, когда мы находимся дома, мы можем кормить и поить питомца совершенно бесплатно. Например, вот так. Вот он кушает. А вот он пьет. И я только что не потратила ни одного доллара. А значит, сэкономила. И теперь приблизилась на один шаг к своей мечте. Но это еще не все. Мы также можем поставить стол.
Ставим стол. Переходим в пиццу. Берем тесто. Начинки. Котенок, мне не хватает $2. Покушай. Берем его на руки. И кладем спать, чтобы он нам пока не мешал. А теперь у меня хватает денег на то, чтобы поставить печку. Берем тесто, кучу начинок. Закидываем в печку. Пока жарит, делаем еще. Готовую убираем. Достаем сырую. И в печку. Таким образом я сейчас приготовлю много еды. Я один раз потратилась, купив это все. Тумбочку, пиццу и начинки. И печку. И теперь всегда буду бесплатно получать еду. Кстати, котенок, попробуй-ка мою пиццу. Вкусно? Мяу-мяу. Ну и отлично. У меня для вас хорошие новости. Пока мы с вами давно не виделись, то я полностью прокачала своего первого котенка. Вот он, мой первый котенок. И он полностью прокачан. А также, пока я бегала по городу, смотрите, что мне предложили в трейд. Вот, я дала 9 баночек скорости, а мне дали котенка. И вот подтверждение. Поскольку я тогда не снимала, я решила сделать скрины и потом показать вам. Вот он, смотрите, непрокаченный. Вторая крутая новость, это у меня появится новый постоянный образ. Кстати, досмотри до конца, потому что в конце я буду танцевать в новом образе. А теперь преображаюсь. Нажимаю Dress Up. И нажимаю My Roblox Avatar. Посмотрите, какая я стала. Напишите в комментариях, как вам нравится мой образ. Ой, котенок спать хочет. Пойду положу его в кроватку. Спи, маленький. Теперь вы, наверное, хотите у меня спросить. Pink Kitty, откуда у тебя столько зелий скорости? А я сейчас все покажу. Я открыла строительство, нажала Run, выбрала котелок с зельем скорости и 3 раза варила 3 бутылочки. Кстати, пока варится, я хочу вам кое-что рассказать. Пока я прокачивала своего котенка, я выяснила, что когда я становлюсь маленькой, прокачиваюсь я и мой котенок и получаю в 2 раза больше денег. О, одна зелька сварилась. Забираю. Начинаю варить 2. Ой, смотрите, котенок хочет мыться и пить. Иди попей, пока я моюсь. Потому что я тоже хочу мыться. Теперь котенка помоем. Все, сейчас будет чистым. А у меня как раз готовится еще одно зелье. Ух ты, мне так нравятся новые эмоции у питомцев. Зелька сварилась. Начинаю варить 3. А теперь будьте внимательны. Сейчас сварится 3-е зелье. Убираю его. И обязательно надо продать котел. Смотрите, здесь не написано никаких денег. То есть я продала его, и мне вернулись все деньги, что я потратила. Кстати, я накопила уже на 2 котелка. Запускаю. И теперь буду варить в 2 раза больше зелий. И вы помните, вы видели по скрину, мне дали котенка за зелье. Сейчас я накоплю много зелий, и у меня будет крутая идея. Я достала пиццу, и котенок так на нее жалостливо смотрит. Дам ему. И сама съем. О, зелье готово. И запускаю 3-й раз. Не забудьте, после 3-го раза
Котелки нужно удалить. А если нужно еще варить, просто снова поставьте котелки. А теперь ты, наверное, хочешь спросить, зачем же я делала эти зельки? Котенок, попей, пока я буду рассказывать. Дело в том, что я хочу экономить свое время и зарабатывать деньги. Поэтому я найду маму, которая согласится за зелье, за мной ухаживать и за моим питомцем. Отправляюсь в центр города. Теперь поищу маму. Ищу маму, поухаживай за мной и за моим питомцем. Правда, я достану быка. Ищу маму за зелья. Поухаживай за мной и получи зелья. Я буду твоей мамой, она сказала. Ура, прими в семью, ответила я. Она мне кинула в семью, и я приняла. Теперь я ей дам первую зельку, чтобы она знала, что я ее не обману. Ты обещала зелье, сказала она. Хорошо, ответила я, дам ей. Для начала 3 штучки. Через 10 минут дам еще. И она начала за мной ухаживать. И за моим питомцем. Сначала она меня отвела в школу. И положила спать. В кроватку для питомца. Меня и моего быка. И свою пони. Чему-то научилась. Мне дали яблоко поесть. Кстати, бесплатное вкусное яблоко. Дала мне водичку. Выгодно. Даже самой не пришлось ничего покупать. Мы куда-то едем. Смотрю, она закупается мясом. Видимо, у нее снеговик любит мясо. А яблоки она, видимо, для меня закупает. Спасибо, мама, сказала я. Мой бык есть хочет. Нас всех посадили в коляску и снова привезли. Водители из нее так себе. Хотя я бы посмотрела бы на вас, если бы у вас было бы 3 детей, и вы бы еще бы и рулили. И тут мы приехали в лес. Меня положили в палатку, быка моего положили спать, своего питомца она тоже положила спать. Дали мне попить. Мне кажется, уже прошло 10 минут, и пора давать зельки. Я думаю, этого хватит еще на 10 минут. Заметьте, я сделала зелье совершенно бесплатно. А теперь я ничегошеньки не делаю, а меня прокачивают, и мне идут деньги. Так что возьмите себе такой способ заработка на заметку. Кстати, какой у нее красивый дом. Мне снова дали водичку. Пожили мыться, рядом со мной грязный снеговик. Фу, хорошо, что она его отмыла. Кто-то заболел. Нас срочно везут в больницу. Заболел мой бык, я и снеговик. Написала она мне. И стащила моего быка.
Ну хорошо, что я могу его так вернуть. Давайте подведем итог сегодняшнего дня. Я сделала супер крутой образ. Я научилась варить зелья. Сегодня я легко зарабатывала деньги. А теперь посмотри мой классный танец. Хорошего настроения, пока-пока. И не пропусти мои новые серии. Ведь я все еще иду к своей мечте. Baby, I'm just trying to numb my brain and wrap my head around this whole thing. When you're kissing my neck and grabbing my leg, pushing me backwards into your bed. My neck and grabbing my